Тем временем Лондон требует от Брюсселя право ввести 4-летний запрет на получение беженцами социального обеспечения. По данным газеты «Гардиан», об этом идет речь в письме Дэвида Кэмерона, председателю Евросовета Дональду Туску. В послании глава британского правительства сообщает, он поддержит выход страны из ЕС, если Лондон не получит новые условия членства в Союзе. Помимо вопроса с беженцами, это, в числе прочего, расширение полномочий национального парламента, что даст возможность блокировать законы Евросоюза.